мой друг, приготовь шикарный летний пирог с ревенем со мной. Это очень вкусно, быстро и проще простого. Ставим разогревать духовку на 200 градусов. Подготовим ревень. Если вот такой молоденький, как у меня, то просто нарезаем и не надо очищать. Примерно вот такими кубиками. Вот эти продукты нам понадобятся. Тесто я купила в магазине песочное. Если вы хотите, у меня на канале есть рецепт песочного теста. Вот ссылка здесь вверху, лови. Берем форму, песочное тесто. Его лучше размораживать при комнатной температуре. Я же иногда размораживаю в микроволновке в режиме разморозка. Ну, так намного быстрее. Сюда же выкладываем ревень. У меня полкило. Можно также добавить кусочки лимона. Отправляем в миску 3 яйца. Оп, сахар. У меня здесь 130 грамм. Но это дело вкуса. Размешаем немного. Ну, буквально 1 минуту. Если остались небольшие крупинки, нормально. При запекании они полностью исчезнут. Сметана у меня 20% жирности. Берем 250 грамм. Слегка перемешаем. Долго сметану мешать не надо, она это не любит. Отправляем сметанную заправку на ревень. Можно также немного подвигать ревень, чтобы ваша сметанная заправка легла равномернее. Посыпаем корицей и сахаром. Это по желанию. Отправляем в духовочку на 30 минут. Посмотрите, какая красота! Ой, как он пахнет! Как это вкусно! Даем остыть буквально 10 минут и можно нарезать. Этот пирог идеален для тех, кто любит легкую кислинку. Вы можете добавить даже сахара больше, 200 грамм. Посмотрите, какой он сочный-присочный, вы видите? Он внутри такой мягкий, начинка такая кремовая-кремовая. Это очень вкусно, ну очень вкусно. Прямо пальчики оближешь. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до скорых встреч! Пока-пока!